5 стран представили спортсменов возрастной категории до 16 лет. Россия, США, Украина, Беларусь и Казахстан. Это начинающие звезды тенниса, которые имеют все шансы попасть на Олимпийские игры. А пока они продвигаются по турнирной таблице вверх. Играла я с Натальей Балтинской, очень сильная соперница. Но я считаю, что это очень хороший турнир. Мне понравилось, как сегодня играла я, как играла моя соперница. Ну, оказалось, что я сильнее первосеянной. Наталья Балтинская в этом турнире была первосеянная. Я выиграла ее 6-3, 6-1. Сученко Полина Авджан занимается теннисом 6 лет. У нее есть способности, и тренеры пророчат ей блестящее спортивное будущее. Когда получается, останавливаться нельзя, объясняют спортсменки. Всю неделю здесь, в центре теннисного спорта, будет вестись жаркая борьба. Они набирают свои очки, они выезжают дальше и играют, и у них повышается и российский тур. Ну а если они наберут около там более 100 очков, то Ельцинская премия. Все сетки отправляются в Лондон сразу по электронке, все проверяется, все смотрится, то есть тут все как положено. Считайте, маленькая Олимпиада. Только 7 городов России могут принимать подобный турнир, и только в этом году список пополнился Олимпийским Сочи. 21 июля будут известны имена сильнейших теннисистов данного возраста. За это звание сейчас в Сочи соревнуются 60 спортсменов. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.